тебе скажу. Такой мини-дюк винтовка. Жир. Потому что в прошлый раз такой же был жир. В прошлый раз он такая же выходила. Какую, красную или белую хотите вообще пробовать? Я буду красную. Я больше не красную, на самом деле. Красная? Всем привет! Мы сейчас в дружном коллективе Яны, Вики, Романа пробуем вино в поросло. Вы? Роман только облизывается. Роман, к сожалению, только облизывается, потому что он за рулем. Спасибо ему большое. Яна пьет за Романом. Внимание! Время 12 утра. То есть я никогда так рано не пила, наверное, в жизни. 5 минут первого уже, не ври. Уже можно. Да, уже. Да. 12 пьем уже можно. В общем, да. Только что приехали, здесь очень интересно. Это мой первый раз на винодельне. Здесь очень интересно все. Вот. Вино интересное. Вино или шампанское? Спарклинг шампанское. Вот. Посмотрим, как пойдет, но должно быть интересно. Роман нам завидует, он честно нам завидует. Роман, прости, потом вечером выпьешь. Да, я вечерком что-нибудь себе возьму. Не, в любом случае, слушай, мы заедем в конце на пивоварню. Там тебе дают вот 6 бокалов, вот таких, от светлого до самого темного жесткого пива, такого с дубовым привкусом. Вот, я там оторвусь, потому что я как бы мне все-таки еще можно выпить чуть-чуть, как бы за рулем. Так что все честно, ведь Роман приготовил себе самое вкусное наконец. Ладно, до новых встреч. Я надеюсь, что я много пить не буду. Роман, следи за мной. Ладно, шутка, конечно. В общем, всем счастливо, до встречи. Наш трезвенник пошел. Скажи, а в Сиднее такой же Tennis rackets and hair dryers to make this happen again. You'd have to split the grapes and heat them up to make them shrivel and seal up to capture in the sweet juice. So anyway, it made for a sweet wine that was что у вас правда дождей не было до этого еще? Да.